Всем привет, это я, Ирик Давидович, это вторая часть отчета по Питеру. Мы показали фильм в Санкт-Петербурге, было огромное количество людей. Людей даже, мне кажется, было больше, чем в Москве, но в Санкт-Петербурге мы больше работали по этому вопросу. Мы собрались все около кинотеатра, мне подарили машинку. Подарили, пацаны. Там даже номера твои. Привет. Здорово. Да, на тачке номера тоже мои. Смотри. Смотри, тоже, кстати, там. Да, шарик. Пацаны, есть у кого крестовая отвертка? Алло, ну все. Чувака просто два ножа с собой. Я говорю, есть отвертка? Два ножа есть. Ты к нам что приехал, террорист? Фильм посмотреть? Или нарезать сумочки? Признавайся. Молчит. Да, с рулем, конечно, беда. Вот Бентли так же поворачивает. Смотри, едем прямо, потом поворачиваем. О, вы там сзади сделали. Кто такой Сява и чем он занимался? Ну, Сява — это сотрудник смотрошопа, которого мы уже уволили. Мы собрались перед торговым центром, и Сява жестко продавал билеты. Вы че, охуели? Кто не купил браслет? Смайл, конечно. Хотя этого не надо вставлять. Хотя вставь. А вот это человек, который нервничает, вот я вам рассказывал сегодня, вот это тот человек, почему ты нервничаешь за рулем? 40 тысяч взяли, потому что ты лох, дядь. Да какая-то дальняя поездка, да как ты можешь этого не знать? Ты нервничаешь. Очень нервничает. Ты очень нервничаешь. Очень нервничаешь. А вы ругались еще? Мы реально ругались. Ты останавливался и говорил, пошло все в жопу, я поеду в Москву? Я говорю, я хочу домой. Смайл. Но он ехал 80 км в час. Я не 80, дороги, я ехал 120, потому что я не нарушаю правила, понимаешь? После фильма мы была дешевая попытка устроить «Одна ночь в Москве», но в Питере много людей умеют ездить быстро, но не очень качественно. Боря постоянно. У него 63 АМГ, а это 350-й. И 350-й вообще от нас не отстает. Вообще он настолько грамотно педалирует вопросом, что не отстает. Это цыган за нами ездит. 350-м. Как он это делает? А вот, кстати, спереди сейчас будет мост, на котором был нарисован для ФСБ. Помните, фотографии были в интернете? Вот это тот самый мост. То есть на этом мосту, помнишь, была фотка? Да. Это тот самый мост. Такой Боря Гуревич? Это жопа в прямом смысле слова. Я тот самый Боря Гуревич. Короче, неважно, кто я. Давай, блядь!
Пали мою жопу. Он видит, говорит. Парни стоят на той стороне моста сейчас и ждут, пока его сведут. Самое главное, что мне просто позвонил Давид из Москвы, сказал, что, блядь, будет фильм, будет охуительный пробег по Санкт-Петербургу в поддержку фильма. Мы напродавали ебанское количество браслетов. Вот этому парню, вот этот парень обтягивает пленкой, все. Может, унитаз вам дома? Реально, золото, обтягиваем унитазы, недорого, приезжайте в Питер. Вам вообще не нравится наша компания? Ничего, нормально, ну... Только что сказали, нисколько. Камера появилась. Да не, нормально, ребята. Только что, мне не нравится ваши ребята. Ты можешь... Все просто говорящие. Горячий парень? Нет, говорящие просто, говорящие. Говорящие. Я говорящий. Ну вот, все молчат, ты говоришь один. Не, он интересный, что? А откуда сам? Сам? С Урала. С Урала? Конечно. А я знаешь откуда? Откуда? С Питера. Дагестан. Я Дагестан. Почему все думают, что я дагестанец? Ну, он прикольный, он веселый, он постоянно много говорит и готов разговаривать со всеми на любые темы. Еще у Бори есть красивая девушка и прикольная собака. Они вроде друг друга очень любят, они, у них какая-то необычная любовь, они очень круто ругаются. Нормальных людей секс утром. У меня мозга ебать. Своего рода кайф. Кайфует только не я. Ты просто уже знаешь, что ты тоже кайфует. Да, я кайфую, я тоже не. Я сегодня собаку в загон закрыл. Я тебе в загон закрою, да. Так, ну вот он наш вагончик. Сейчас мы сюда заедем. Поставим тачечку. И пойдем гулять по городу. А вечером в 10 часов сядем на поезд и поедем в Москву. Ощущение после Питера замечательное. Я приехал, поменял редуктор. Скоро опять поеду в Питер. Готовьтесь. Пока. Пора вернуть 90-е в Питер. Вкус сигареты, конгресс, спирт рояль литрами. Вчерашний Ленинград ухом наживы пропитан. Вожаки бригад еще не спят под мраморными плитами. Схемами хитрыми мутит свой хлеб те, кто не жил чужими молитвами. Лишь бы семьи были сыты. Кто на галере за пятак скупал доллар. Кто крышевал барыг, возведя в ранг бандитский говор. Время террора воспето в сюжетах Невзорова, давшие фору тем, кто вовремя щелкал затвор.